Надо срочно запускать проект. Наш Гриша сорвался. Он человека украл. Она меня чуть не убила. Был суд, она села. Как бы. Моя дочь совершила преступление, и она должна понести наказание. Так, у меня идея. Погнали в Париж, устриц пожрем. Наш мальчик испытал гнев. Перевоспитаем эту мажорку. Мажорство. Не доработала я с Гришей. Женщина устроена иначе. Это вера в чудо, в сказку. А чё за дыра? Вот в этом. Да, и ровно в полночь мажорка превращается в такую. Батюшки. Какой-то богатый чувак, да? Жених. Прошу меня простить, был не в курсе, что у вас в доме еще одна барышня. Мне бы хоть ваш голос услышать. А вы стулом поскрипите, практически то же самое. Да, Катюш? Гениально! Всегда рядом могут люди. Папа, Екатерина и Екатерина. Шарман. Мерси. Разрешите вас пригласить? Ну, я вообще-то не готовился танцевать. Паша, не хочешь, не танцуй. Что значит не танцуй? Встал и пошел. Скажи, зачем же тогда мы любим? Скажи. Беда! Беда, господа! Французы на пороге! Исчезнет разлука во вселенной этой. Не исчезнет потерь во вселенной этой. А вновь найти любовь, найти всегда. Наполеон Бонапарт вас приветствует. C'est toute l'histoire qui a pour lieu. Paris la belle, mon de Dieu. Это что он несет? Это же из Нотр-Дам-де-Пари. Он текст не выучил, эту песню шпарит.